Ну что, привет, друзья. Доброе утро. Ну что, мы уже находимся второй день на острове Маврикия, и мы решили наконец-то выехать из нашего отеля и посетить замечательный парк. Он называется Касела. Что мы там увидим в этом парке замечательно? Мы надеемся увидеть диких животных в натуральной среде. Еще я хочу погладить льва, поиграть с гепардом. Ну, а как получится, мы вам расскажем. Сомнительное, конечно, вот это вот поиграть с гепардом. Ну, посмотрим, как Оля поиграет с гепардом. В общем, наша главная цель на сегодня – не быть первыми туристами, которых съели львы в Касела. Да. Ну что, поехали, посмотрим на этот замечательный парк. Пойдем. В клетку со львами. Посмотрим, съедят они нас или нет. Seven lion. So, как ты думаешь? You got Mambo number 5 down, 2 D up on the tree. You got Nandi. А вот и они, красавцы. You got Sarabi. And Himani on the other side. Okay? And just have a look up here. Chuli. Это была ошибка. So all of you just come on that side here. Come here. Make a wish, close your eyes, guys. This is the best thing in your life. Yes, you are. Close your eyes and make a wish. Don't you have to run it, man? Or do you have to run it, man? Take it there. Yeah, there now. Mr. Alone. Oh, one other. Picture alone. Close your eyes. No, please have to be just about six. Вот, молодец. Там сочное яблоко. Вот как ты
подобрать его. Смотри. Сама подберешь. Тихо, не шипи. Поездку на сафари. Сейчас подъедет нам автобус «Зебра», и мы отправимся. Зебра. Прикольно. Мне тоже очень понравилось. Жирафы особенно. Они такие хорошенькие. Жалко, что один главный жираф увез свою жирафику и не дал нам покормить двоих жирафов. Ну так. Две девочки такие были бы на корм, а то только одна. Но ничего, мы надеемся, здесь много туристов, еще им перепадет еда сегодня. А мы пойдем смотреть, как кормят бегемотов. Поехали к бегемотам. Интересно посетить, конечно, в плане организованности. У них здесь все очень плохо, ни указателей, ни знаков, ничего нет. Но ничего, мы справились все-таки, мы уже опытные путешественники, да? Да, мы все посетили, мы везде успели. Мы побывали у львов, мы покормили жирафов, покормили страусов, съездили на сафари. И, в принципе, на этом завершилось наше путешествие. Наш водитель, к счастью, нас дождался. Ну да, ну все, мы направляемся в отель. Сегодня нас ждет романтический ужин в честь нашего бракосочетания. Да, мы его тоже попробуем снять. Так что встретимся на ужине.
Ну что ж, всем привет. Вот мы уже и на ужине. Да. Мы очень торопились сюда, потому что думали, что не успеем. Оказывается, на Маврике есть еще и пробки. Но мы их миновали, и мы уже здесь. Так что мы будем ужинать. Не знаю, покажем, может, мало что. Но здесь очень темно. Боюсь, что очень плохое освещение, мы ничего не снимем. Но завтра у нас еще много чего интересного, так что ждите.